Заседание комиссии по профилактике и распространению туберкулеза состоялось на днях в администрации города. В этом году случаи смертности от туберкулеза значительно выросли. Первым вопросом на заседании обсудили анализ эпидемической ситуации по туберкулезу на территории города по итогам 5 месяцев текущего года. За этот период в Асбесте было зарегистрировано 32 случая заболевания туберкулезом. Весь туберкулез, который был выявлен в 2015 году, это туберкулез органов дыхания. Внелегочного туберкулеза не было. Из положительных тенденций следует отметить, что удельный вес туберкулеза органов дыхания с бактериевыделением составляет всего лишь 18,8%. То есть заразное выявляется только каждый пятый. Кроме того, по словам специалистов, в этом году наблюдается заметное снижение распространения, а также высокие показатели раннего выявления туберкулеза. Однако, несмотря на это, статистика случаев летальных исходов от туберкулеза в этом году достигла крайне высоких показателей и вышла за рамки нормы. За данный период умерло 9 человек. Показатель смертности 13,0 на 100 тысяч населения. Мы уже выходим за рамки критериев, которые были Владимиром Владимировичем установлены по данному показателю. Для сравнения, в 2014 году показатель составлял 4,3. То есть практически в 3 раза смертность за этот период больше, чем в прошлом году. Это крайне, крайне высокий показатель. Причем, учитывая, что это прошло еще не полные полгода, у нас давно не было так неблагополучно по смертности по туберкулезу. Как утверждают специалисты, рост смертности от туберкулеза говорит о том, что есть категория лиц, которая не считает нужным обращаться в больницу, а соответственно длительное время выпадает из области наблюдения медиков. Нам надо увеличивать охват и влажность заключительной дезинфекции очагов. Не все очаги у нас обрабатываются, обрабатывается всего лишь 54% от подлежащих. Конечно, специалистами фтизиатрической службы пишутся обоснованные, да, непроведения обработки в очагах, но у нас с вами же есть еще места общего пользования, лестничные клетки, то есть они у нас тоже не обрабатываются. Мы должны все-таки все больше стремиться к ежегодному обследованию всего населения нашей территории. Ну и в принципе мы уже к этому постепенно приходим. Я думаю, что в следующих годах у нас будет немножечко ситуация поменяется. Анастасия Самарина, Сергей Шелковкин, новости АТВ.